Вот такая у меня сегодня осенняя красавица. Давайте скорее готовить. Убираем семечки и очищаем тыкву от кожуры. Тыкву почистила, теперь нарезаю на кубики. Ну а теперь к тыкве надо добавить специи. Я добавляю соль. Ребят, если вы еще не с нами, обязательно подписывайтесь. Будем готовить вместе вкусно, быстро и просто. Добавляю черный молотый перец. Добавляю базилик, кориандр. Добавляю еще зубчик чеснока. Теперь добавляю пару столовых ложек сметаны. И все хорошо перемешиваю. Форму для запекания смазываю сливочным маслом. Перекладываем тыкву в форму для запекания. Чесночный аромат бесподобный. Ребята, отправляем эту прелесть в духовку, разогретую до 180 градусов, минут на 30-40. У меня тыква запекалась 30 минут. Получилась ароматная и румяная. Давайте скорее попробуем, что же получилось. Классно. Мягкая, сочная, ароматная. Немножко привкус чеснока. Мне, например, очень нравится. Вы знаете, отлично подходит для тех, кто на правильном питании или на диетах, например, скажем. А вообще, отличный вариант как гарнир к мясу или к рыбе. Подписывайтесь на наш канал и не пропускайте новые рецепты. Прошу к столу и приятного вам аппетита!